Детские сады «Ласточка» и «Дюймовочка» в полной мере выполняют свои функции. Такой комментарий управляющих этими дошкольными учебными заведениями. Проведенный недавно ремонт был на контроле руководства города. Ход работ лично оценивал губернатор области. Пусть с небольшим опозданием, но работы были завершены. Специальная пленка, которая закрывает утеплитель, чтобы не попадала влага. И после этого уже закрыли вот этими панелями. Ремонт, на который хочется не только смотреть, но и трогать своими руками. Хронологию прошедших изменений рассказывает заведующая детским садом «Дюймовочка» Раиса Цыганкова. Сегодня здание уже не узнать. При этом яркий разноцветный фасад – лишь видимая часть большого объема работ. Подрядчики соблюдали все нормы. Нормы по санитарным правилам, по правилам, которые требовались по материалам, не отходили, ничего не пересогласовывали. Все материалы те, которые были заложены в сметной документации. За 4 месяца было сделано немало. Замена кровли, утепление фасада, замена входных дверей, установка новых окон. Таким образом, удалось улучшить не только внешний вид, но и повысить комфорт внутри помещений, особенно в зимнее время. Новыми красками заиграл и детский сад «Ласточка». Тут все так же, как и у соседней дюймовочки. Под ярким фасадом утеплитель, заменена кровля, установлены новые окна, обновлены входные двери. Единственное, что потребовало изменений в планах ремонта обоих садов – срок сдачи работ. Это было сделано 30 ноября, вместо ранее запланированного 1 сентября. В связи с сложившейся ситуацией нашей пандемии в нашей стране, конечно, затянулись сроки. Не все организации могли вовремя поставить материалы. Но я думаю, что родители и мы с пониманием отнеслись к такой задержке. Потому что даже эта задержка не стоит того, что мы видим сейчас вот в сложившейся ситуации. Это красивое современное здание. На ремонт обоих детских садов было направлено более 25 миллионов рублей. Деньги поступили из резервного фонда области благодаря успешному взаимодействию администрации региона и госкорпорации «Росатом».